Привет, мои дорогие. Готовим завтрак. Что-то нужно нам покушать. Итак, берем фаршик. Фаршик я беру. Фарш. На сковородочку. На сковородочку ложим. А что я принесла? А, я принесла маслица влить. Масло льем. Будем жарить. Котлета не возится, но его баню. Обжарим фаршик. Немножко соли я посыплю, присолю. Вчера послушала, соль нужна, оказывается, в организме. Ну, это мы и знали, не пересаливать. Лучок. Все от руки. Шарабаню. От руки. Варится у меня картошечка. Так. Сейчас я сюда луковички. Лука побольше. Две небольшие луковички возьму. Крошу. Скрашу. Где вам там удобнее меня смотреть? Вот так. Эта жратва задолбала. Слушайте. Сама вроде ничего не делаю, а жрать хочется. Да что же это такое? Сколько можно жрать? Сколько можно жрать? Это что ужас какой-то? Магазины закрыли, а мы все равно дома доедаем все. Запасы, закрома. Хорошо, что я взяла говядинки, да накрутила фарша. А то ж вообще. Так, помыли. Тут у меня яйцо я уже сварила. Яйцо отварила на салатик. Вытираем. Ручки вытираем. Поджигай, Абдулла. Абдулла, поджигай. И процесс пошел. Оп. Сейчас я вам покажу. Сейчас мы вилочкой его разомнем. Разомнем вилочкой. Фаршик разогреется, сковородочка. Куда поставить поближе? Здесь видно? Ну и здесь видно, да? Сковородочка. Сейчас я вилочку возьму. Опа. Вот так размяли. Вот так. Поменьше сделали огонек уже. Разогрелась сковородочка. И поехали. Что нам? На улице дождь идет. Я не знаю, сегодня нужно куда-то выйти. Я уже надоела мне без выхода. У нас там в церкви дают этот хлеб. Надо пойти получить. Слушайте, ну чем я не малоимущий? Чем я не малоимущий? От хлеба отказываться чего? Правда, дают другой раз последний день реализации. Так. Вот я фаршик. Видите? Забецала. Видно вам. О, я не добавила. Съемка некачественная. Сейчас я добавлю. Этого. Вот так. Вот так. Давай, уходи вверх. Вот. Во-во-во, а я думаю, что так плохо видно. Ахахахаха, теперь перчик сюда помою. Сейчас помою перчик. И тоже сюда вброшу. Что мы сегодня, наверное, кофе врежем. Потому что что-то как-то слабость в моем теле. Ложечек, перчик разрежем. О, такой большущий, смотрите, красивый, такой большущий. Детки у него даже внутри выросли. Детки, серединку выбросим. Опа.
Срединку выбросили. Мусорное ведро всегда должно быть под рукой. Без мусорного ведра не могу. Слушайте, а как это? С одной половины только срединка. Глянь, как разрезалась, что и делать ничего не нужно. С одной половины. Опа, порезала сюда перчик. Вот так. Видно? Видно. Порезали перчик, готовим. Наряд одела старый, чтобы не забрызгать. Не люблю, когда вот это вот засрешь жиром. Так что мы с вами преобразимся, когда будем кушать. Так, сегодня у нас вкусный будет мукбанг. Попробуем сосиски тигриня, отварим. Отварим этих каннеллони. Что-то я их не стала набивать этим фаршем, не знаю. Сварила, мне так понравилось. Со сметанкой и сахаром. Так, что у нас по картошке? Картошка сварилась. Яхару. Картошка сварилась. У нас все хорошо. Кофеек сейчас поставим. Хотя доктор говорил, на голодный желудок кофеек нельзя пить. Но мы попьем. Мы попьем. А что это за пелена висит? А, это... Хочет солнышко сквозь тучи пробиться. Так, соль. Так, присаливаем немножко. Все, есть такое дело. Есть. Нет, надо сполоснуть руки. Так. Сполоснули. Где ж мои друзья? Где мои друзья? Пишите. Друзья, приходите в гости. Что такое? За скромность. Да, Борчик, скажи, что за скромность? Смотрите, вот такое тигриня я купила. Вот где он тут. Тигриня, сосиски. Там все. И свинина, и курица, и говядина. Будем надеяться, что натуральные. Ну, они, сука, прикапченные. Ты представляешь? Я думала, они по типу молочных, а они все равно прикапченные. Отварим их. Так, помешать. И один блюдо готовится. Ай-ра-ра-рай. Посмотрела еще одну блогершу. Ох, она мне настроение поддала. Ну, просто прелесть. Просто прелесть. Я против нее красавица. И умница. Умница, красавица. Ой. Девки, прибираюсь, я не знаю. И все равно у меня этот самый, получается, снаружи куча. Те вещи, которые одевала я, они же уже как бы пропахли со мной. В шкаф не ложатся. И все равно куча. Ну что это такое? Я не знаю, напишите, как вы избавляетесь от таких вещей. Не будете же вы каждый день стирать и якобы грязное вешать в шкаф. Лишнего шкафа у меня нет. Я думаю, если бы был уже шкаф такой для ходовой одежды, другое дело. Так, картошечка готова, да? Конечно, готова. Вытаскиваем картофельку. Опа. На разборочку ее. На разборочку. Сейчас мы почистим. Так, здесь тушится. Здесь тушится. Водичку выливаем. Нам не нужна водичка с картошкой. Так, помыли. Что можно, моем сразу, потому что потом лим и будет гора у нас всего. Все.
казаночек такой ходовой казаночек, что я не могу расстаться с ним. В детстве кашку варила малой. Так. Ой, а я, слышишь, поставила вроде бы как кофе у меня греется. А сама не подожгла. А сама не включила конфорку, не подожгла. И жду кофе. Так, кофеечек, давай. Сейчас мы... Что такое, скромничаешь? Газок. Слава богу, что газ есть хоть в этой газовой плитке и в колонке, что можно скупаться. Искупаться и сварить кофе. У нас холодрыга собачья. Когда будет газ, неизвестно. Всем привет, Россия. Всем привет. Всем привет. Хочу к вам. Ну, хочу. Просто хочу. Не могу. Душой болею. Выросла. Там, как выросла? Я там не жила постоянно. Но я постоянно туда ездила. Запорожье, Москва. Это был, не знаю, как трамвай. Сел и встал. Ехать быстро, ехать классно. И скучаю страшно. Страшно скучаю. Так, что мы сделаем? Мы сделаем себе киви. Да? Киви поднарежем. А, я воду вылила. Еще ж сосиски нужно будет потом отварить. Еще нужно будет отварить сосиски. Так, кивушку по этот самый почистим. И теперь скучаю вообще. Запорожье стал тоже такой тихий город. Некуда пойти. Мало этих торговых центров. У меня интересуют торговые центры. Мало модных магазинов. Раньше чего стоил один магазин Дом обуви? Зайдешь и как в рай. Выбор бешеный. Детский, мужской, двухэтажный и рубашечного типа магазин. Что заходишь, так лестница центральная и в две стороны два этажа. Выбирай, что хочешь. И отдел резиновый. И это. А сейчас зайдешь, херня какая-то стоит, что тошно смотреть. Вот полно, как бы не так забито, но полно обуви. Ну такая херня, где они ее берут, это просто... Это просто жесть. Где можно такое взять? У кого такой вкус? Или это ж берут по принципу, возьму хуйню за 5 копеек, а продам за 45 копеек. Или за 145 копеек. Вот это меня не это самое. Не прельщает в этих магазинах, что сейчас все на отъебись. Такая херня. Просто невозможно выдержать это. Вчера дворник хвалится. Говорит, нашел на мусорке сковородку. Тефлон. Буду, говорит, этот самый, очищать вот эту гарь. Кто-то зажарил и выбросил. А я говорю, а как же ты будешь очищать? А он говорит, мама, раньше, это ему сейчас 60 лет, говорит, мама раньше вываривала в кастрюле с кальцинированная сода и этот канцелярский клей. А я говорю, а где ты возьмешь канцелярского клея? Он, а что нету? Есть же канцелярский клей. Я говорю, название, да. Название есть. А сам состав нет. Где ты этого клея возьмешь сейчас? Нигде. Вот можно сковородку положить на место. Так. Киви есть. Мы порезали киви. Порезали. Вот наша вкусняшечка. Как всегда. На этом месте. Тарелочка. Вот эта тарелка, она прозрачная. Я ее поставлю на стол и не вижу. Положу еду и суну еду рукой. Тарелку не вижу. А, чуть-чуть, девки. Очуметь. Так, что мы? Мы хотели кофе пить, да? Значит, чашечку нам нужно кофейную.
Вот она наша подружка. Подружка дней моих суровых. Ла-ла-ла-лам. Ла-ла-ла-лам. Кофеечек. А, какой аромат. Ай, прелесть. Сейчас рекламировали этот, как же он, амбассадор новый. Когда-то он был тоже хороший. Девки, надо взять, попробовать. Такой классный. Я запах люблю, пить нельзя, сердце тюкает. Ну, не могу не пить. Уже я с этим, с молоком приспособилась. Все равно надо аккуратно. Аккуратно. Вот это у меня последняя эта штучка. Это итальянский еще у меня. Это тоже хороший кофе, натуральный итальянский. Заварной. Ну, заваривать тогда сильно крепко. Я его кипяточком залью. Поставим, прибережем. Там-да-да-да-дам. Что у нас тут? Нормально. Сколько время? Слушайте. Ага, вижу. Кипит. Кипит. Так, лаву. Закипел. Вот такая, вот такой высоты, вот такой ширины. Оба-на. Так, есть. Есть наш красавчик. Вот он. Даже с пенкой получился. Зарядочку я делала. Теперь я такая гибкая. Гибкая. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ноги выше, руки шире. Ух. Смотрите, раз. И два, и три, и четыре. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Не стесняемся, все на кухоньке делаем зарядочку. И животик уйдет. Видите, уже платье большое. Вот. Вот так. Вот так, уже платьишко большое. Там лопаточки сзади раз, смыкаются. Главное, эти плечи не поднимать вот так вверх, сами плечи. А вы только ручки. Раз, два, три, четыре. Палочкой. Сейчас я палочку возьму. Вот она, моя подружка, видите? Е. Вот прямо руки, да? И потом раз под грудь. Прямо под грудь. Слушайте, хоть по два раза сделаем, и то класс. По два раза сделаем, и то уже что-то где-то. Развернулись. Главное не сбить люстру на кухне. Раз. Два. Здесь. Два. Короче... Что поворачиваем? Поворачиваем только поясницу. Голову и шею не поворачиваем. Вот. 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 Слушайте, класс. Раз. Два. Ну, так можно люстру сбить. Аккуратно. Давайте в эту сторону. Раз. Два. Раз. Два. Ну, и не спеша. Не так, что этот самый. Надо постепенно, потому что долго не будет. Раз, два. Это я вам показываю, чтобы вы дома рулили. Восьмерочку сделаем. Палкой восьмерочку. В общем, такая классная палка. В воде, конечно, лучше. Вот так в воде раз, ты же получается, ну, напряжение воду развести руками. Оп. В кухне места мало. Ну, ёб твою мать. 1,80 м. Машинки стоят стиральные, мешают. Там стол, там этот. В общем, вот такая эта самая палка. А, еще до ноги достаем. Оп, палкой. Оп. Оп. У кого сильно больной позвоночник, что совсем люди там почти лежачие, сидя. Сидя. Это я отлежалась, так могу. А так я тоже не могу. Но все равно нужно что-то делать. И я вот так помахаю. Раз, два, три. И вы знаете, что-то получается. Какая-то немножечко разминочка. Есть. Так, дальше. Помешать нам надо нашу эту самую. О, девочки, пристает. Я такое не люблю.
пока ля-ля-ля подгорает. Это мне такое не нравится, надо уменьшить. Все вопросы решаем уменьшением огня. Что я хотела, подлить капельку водички. И спасаем водичкой, все спасаем водичкой. Опа. Все спасаем водичкой. Вот так. Все. Ой, класс. Ароматик такой. Все, еще 2 минутки. Пусть потомится. И будет готово. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу, мои дорогие, мои любимые. Ой, господи, как тут. Вот. Вот, вот, вот. Сейчас я вам покажу все. Видите, на кухне волос должен быть прибран. Иначе наедимся этих спагетти с твердого зерна. Спагетти с твердого зерна будет. Если волос будет на кухне не прибран. Картоха. Картоху чистим. Вот так мы обчистим ее. Ой, картошечка вообще. Кстати, в мундирах она не вредная. Там что-то с этим крахмалом происходит, что ее можно кушать. Она полезная. Как будто печеная. Как будто печеная. Так. Сюда картошечку. Ручки помоем. Вытрем ручки. На улице дурдом. Смотрите, я вам покажу на улице, что творится. На улице такая бяка-смяка. Вот наш борщик. Окна уже потеют. Уже холодно. Борщуня, всем привет. Ну, всем привет, Борщуня. Борщуня, смотрите, что на улице творится. Видите? Ужас. Ужас. Ужас на улице. Сырость, мряка. Бряка. Борщичек, ты развлекай меня, пока мне некогда. Наших любимых зрителей. Наших любимых зрителей. Так, дальше идем. Ох, да, 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 борщик, да. Да, картошечка. Вот так, вот так. Размяли. Да, представьте себе, еда это не хитрая штука. Ингредиенты одни и те же, только разница в виде. Так, картошечка есть. Яйцо. Чистим яйцо. Ну, давай. Давай, давай. Очистили яйцо. Яйцо очистили. Тоже его размяли. Еще голову морочить, на терку тереть, нафига. Шут, пожалуйста, вилочку взял, чик-чик, и все. И вилочка, все готово. Нафига голову морочить, тереть на терке, потом мыть терку. Какой расход воды? Все, вилочка, все просто, незамысловато. Да, борщик, ты меня перекрикиваешь, ты что? Я ничего не слышу своих друзей. Так, это есть. Кстати, у меня есть еще соленый огурчик. Может, соленого огурчика? Наверное, я в этот раз соленого огурчика еще сделаю. У меня есть в холодильнике еще огурчики. Сколько время? О, слушайте, если за хлебом идти, то нужно уже идти. Там в церквушке
быстро раздают. Там люди приходят же еще бездельники. И бездельникам всего хватает. Не знаю, может, сегодня без хлеба обойдусь. Не хочется мне телепать, подожду завтра, когда подсушится. Так, и вот еще огурчик мы положим. Так, для этого вкусовых качеств. Чтоб что-то перебивало. Будет такая приятная кислиночка у нас. Угу. Так, что у нас кофеек? Что кофеек у нас сполоснуть? Вытерли, мои дорогие. Вытерли. Когда же, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Так, это сделали, что я хотела, с кофейком разобраться. Вот так мы этот, на кофейной гуще можно погадать. У кого воображение работает, что там увидишь на тарелочке. Так, теперь у нас есть волшебная простоквашина. Вот так. Опа. Слушайте, купила этот когда-то. Вот эту грушу лимонную. Сейчас я вам покажу. Так она стоит. Куда ее использовать? Полная. Куда ее? Вот куда ее? Не знаю, зачем купила, для чего. Рыба мне с этой кислотой не нравится. Мидии мы не кушаем, так как они очень дорогие. Да не знаю, их, наверное, и так бы не ела. Не приучен. Так. Все, кофеек у нас готов. Готов. Дальше что? Салат у нас. Вот. Видите? Хоп. Вот он, принц дня. Принц дня. Лечебный. Вкусный. И незамысловатый. Вот 4 пучка с головой. Как раз на неделю 4 пучка. Он не пропадает, ничего. А 5-й уже был бы лишним. А 4 нормально. Так, помоем. Обрежем эти хвостики. Девочки, вот эти хвостики сейчас чик. Обрезала я. Под водичкой сполосну. Посмотрю, что внутри у нас есть. Внутри есть плохие листочки. В этот раз попались такие классные пучки свежие. Просто желтые листочки внутри попадаются. Такие маленькие желтые. Смотрите, внутри перебираю, чтобы не было это плохого листочка. Все хорошие, нету плохих. Нет плохих. Очень довольна в этот раз салатом. Идеальный, видите? Сейчас я... Ой, сыпется на пол. Не люблю, когда сыпется. Так. Пару листочков я только тут выбрала и все. Все, это все помыть теперь. Угу. Хороший такой осенний, лучше летнего. Он такой свеженький, сочный. Вообще просто приятно кушать. Не сухой. Ну, 4 пучка с головой. Достаточно. Уже 5-й пропадал бы. 4 максимум. Если брать. Я его ем каждый день. Через день бывает. Или каждый день. Ну, очень мне нравится. Очень. Очень. Так, где мой ножик?
Выключили мы зажарочку свою. Опа. Что у нас там по времени? 30. А, ну вот. Я с вами и заговорилась. Вот так докрашу салат. И увидим мы в следующем видео, что у нас получится, если будем сосиски варить. О, кофеёк для бодрости. Угу. Классно. Так, давайте. До встреченьки. До встреченьки, мои дорогие.